Кошелек Binance Chain представляет из себя браузерное расширение, и я буду скачивать его из официального магазина Chrome. Называется он кошелек Binance Chain. Обратите внимание, автор также Binance Chain. Ссылка на расширение находится в описании к этому видео. После того, как расширение установлено, открываем его. И тут мы можем либо создать новый кошелек, либо войти в уже существующий. В нашем случае мы будем создавать новый. И к следующей части, пожалуйста, отнеситесь очень ответственно, потому что от этого напрямую зависит безопасность вашего кошелька, а следовательно и сохранность ваших средств. Нажимаем кнопку «Создать исходную фразу». Придумываем надежный пароль для своего кошелька. Подтверждаем. Система нам создает seed-фразу. Это приватный ключ, который состоит из 12 слов, и он вам понадобится в случае утери ваших данных. Нажимаем на кнопку «Скопировать». Фраза скопирована, и теперь мы можем вставить ее в текстовый документ. Готово. Нажимаем «Продолжить». Далее система хочет убедиться, что мы все скопировали правильно. Вводим отдельные слова из фразы в соответствующие поля. Обратите внимание, они пронумерованы. То есть вы должны вставить в поле слово именно в той поочередности, которую просит система. Вот в принципе и все. Кошелек готов. И в завершении я бы хотел еще раз особое внимание уделить seed-фразе из 12 слов. Это ваш личный приватный ключ. И никогда никому этот ключ не показывайте и ни в коем случае не передавайте. Никакому администратору, никакого проекта, никакого сервиса он никогда не нужен. Храните эту фразу в безопасности и не потеряйте ее. На этом все. Ваш кошелек готов к использованию.